Награждение проводят президент концерна «Детско-сельский» Юрий Николаевич Брагинец, директор соревнований Светлана Александровна Брагинец и главный судья соревнований Ирина Юрьевна Синицына. За второе место в детском зачете награждается Зоя Калинина. Она выступала на лошади по кличке Неон, представительница конно-спортивного клуба «Велес». Сайнику вручается диплом, медаль, денежный подарочный сертификат, лошади розетка синего цвета. За первое место в зачете «Дети» награждается Иван Сузи. Он выступал на лошади по кличке Неон, также представитель конно-спортивного клуба «Велес». Саднику вручается диплом, медаль, подарочный сертификат лошади розетка красного цвета. В зачете открытый класс 5 призовых мест. И за пятое место награждается Диана Михайлова. Она выступала на лошади по кличке Перпена, представительница конно-спортивного клуба «Детско-сельский». Саднице вручается диплом, денежный приз, лошади «Розетка». За четвертое место награждается Дарья Лазарева. Она выступала на лошади по кличке Иллюстратор, представительница конно-спортивного клуба имени Юлии Русаковой. Третье место заняла Ксения Покровович. Она выступала на лошади по кличке Эйфория, представительница конно-спортивного клуба «Детско-сельский». Заднице вручается диплом, медаль, денежный приз лошади «Розетка» зеленого цвета. Второе место заняла Наталья Иванова. Она выступала на лошади по кличке Грейстер. Сертификат, давай, Зоя, владелец. Тренер сказала. Давай, сертификат, давай сюда. И Зои передай, чтобы она тоже сейчас фото на память. Лошади памятная розетка. И победитель этого зачета Анна Евгеньева. Она выступала на лошади по кличке Арисаба, частный владелец. Диплом, медаль, денежный приз, лошади розетка красного цвета. Мы поздравляем победителей и призеров, и по традиции им предоставляется право совершить круг почета. Зрителей просим поаплодировать. Поприветствуем наших победителей.